Вы это скрыли. Зачем? У всех свои секреты, капитан. Какого хрена я не знал об этом? Не знал, зато теперь ты все знаешь, Джон. Большое спасибо, генерал. Только зная об этом вчера, мы бы не лишились ракеты. Их всего три, а мы нашли две. Ну так давай успокойся и займись поисками третьей ракеты. А кто займется вами, а? Хватит истерики. Я защищаю свою страну. Скорее уж свою жопу. Я исполняю долг патриота и не позволю всяким бюрократам мне помешать. Я лучше знаю, что надо делать. Вы выжили из ума, генерал. А ты забыл, за что борешься, Джон. Служение стране часто требует жертв. А свои ошибки мы прячем. Так вообще-то принято. Да. Но не принято подставлять своих. Ты лучше выброси это из головы и займись реальными проблемами. Вы должны отозвать теней. Грейвза? Да. Я кинул ему кость, и я крайне не советую тебе ее у него отнимать. Это ваш последний шанс передумать. А потом? Потом я разберусь с ним и займусь вами. Орале! Вакерус! Всем собраться! Значит так, мы отобьем вашу базу, соберем пленницу и убьем командира Грейвза. Когда? Сейчас. Мы пойдем против своих. Мы с вами не 141-я и не Вакерос. Мы команда Коуста. Рад встрече, Саймон. Кто в деле, берите маски. Кто нет, что ж. Знают базу Ферста со специалист лучше теней, так что у нас преимущество. Но учтите, из-за побега из тюрьмы они будут нервные. Пойдем на базу двумя группами. Первая – капитан Прайс, Газ, я и один пилот. Вторая – Гоуст, Соуп, Руди и Лос Вакерос. Первая группа идет по тоннелю на летное поле и забирает вертушку. Мой пилот взлетает с капитаном. Вторая группа ждет снаружи, пока Прайс не разнесет ворота. И начинает прорываться к Грейвзу. Он наверняка засел в моем штабе. И его охраняют лучшие бойцы. Пока мы с Гасом ищем Валерию, вторая группа находит Грейвза и убивает. Призраки в тоннеле. Понял. Коды прежние. Подтверждаю. Что у тебя? Соуп и Гоуст. Ворота километр. Понял. Держитесь. Отбой. Отлично, Алехандр. Газ, на тебе тыл. Идем. Оружие к бою, Эрманус. Пригнись. Ага. Стой, слушай. Ловушки. Пинчигуэро, Грейвз, посмотрим. Дымовая. Твою же мать. Нифига себе шоу. Надо их отключить. Понял. Осторожно. Готов. Хорошо. Впереди будут еще. Слушай внимательно. Лазеры движутся. Трубы их перекрывают. Надо рассчитать. Хорошая идея, полковник. И все это дерьмо на моей базе. Вот доберусь до Грейвза, Ломатамус де Спасио. Как будет чисто, иди. Есть твой газ. Впереди будут еще. Идем дальше. Мои ребята знают эти базы. Мы отрабатывали в них эвакуацию и отход. Помнишь наши тренировки, Вакеро? Такое забудешь, командир. Ты хорошо нас натаскал. А ты хороший солдат. Как все закончится? Приготовим альпастер на моем ранчо. Продвигаемся. Мы не одни. Тени. Сколько? Трое. Бери правого.
хорошо стреляешь. Долбанный лабиринт. К счастью, я с вами. Сюда. Грейвс поставил ловушки, но не сменил коды. Они нас не ждали. Что тут? Выход на поверхность. Ищи другие заряды. Слышишь? Пускай газ. Опять, капитан. Готово. Жду. Ложись и проползай. Есть. Идем. За мной. Вперед, потом направо. Не стреляй. Мы в центре базы. Сейчас мы захватим вертолет и поднимем тебя в воздух, капитан. Газ, ты со мной. Я за тобой. Я прикрою. Браво-6, птичка готова. Бери его, взлетай и оставайся на связи. Си, сеньор. Алехандро, пилот хороший? Самый лучший. Удачи, капитан. Газ. Какой код? 627. Надеюсь, его не поменяли. Сработало. Входит. Со мной. Призрак, первый. Понял. Удачи, сэр. Внимание всем! Я в воздухе, смотрю в оба! Принято, право-6. Двое подходят к воротам. Разрешаю огонь по отмеченной цели. Мы думаем, что Грейвс окопался в штабе. Как входим, разделяемся. Авиация все зачистит. Тени сваливают, а мы находим и ликвидируем Грейвса. Компрендес? Абсолютно, лейтенант. Группа Гоуста приготовится к штурму. Суп, возьми целеуказатель и подсвечивай цели для вертушки Прайса. Понял. Порядок. Вызываю огонь! Цель отмечена! Принято. Работаю по твоей цели. Хорошо стреляешь, Браво-6. Понял. Входите в штаб и ищите Грейвса. Алехандро, воспользуйся хаосом и иди к Валерии. За мной! Марш, марш! Если Грейвс еще в штабе, можно его найти. Суп, авиация готова к атаке. Цель отмечена. Огонь по готовности. Принято. Даю залп. Понял. Работаю. Отметка принята. Атакую позицию. Понял. Работаю. Цель отмечена! Подтверждаю цель. Работаю. Отметка принята. Атакую позицию. Крису, нам нужно разыскать крейсер где-то в штабе.
пулемет. Накрой его. Вызываю огонь. Квадрат отмечен. Вижу отметку. Работаю. Огонь. Подсветиться. Вызываю огонь. Цель отмечена. Принято. Даю залп. Отметил цель для атаки. Принято. Работаю по твоей цели. Цель отмечена. Разрешаю огонь. Подтверждаю цель. Работаю. Главному зданию. Это штаб. Грейвс будет там. Мы готовы, Сол. Указывай цель. Вызываю огонь. Цель отмечена. Вижу отметку. Работаю. Огонь! Цель отмечена! Принято. Работаю по твоей цели. Отмечено. Огонь по готовности. Принято. Даю залп. Вызывай огонь!
Отметил цель для атаки. Подтверждаю цель. Работаю. Что? Штурмовой. Отлично. Разрешаю атаку любых целей внутри. Грейв завалить на месте. Эй, Руди, мне жалко вашу базу. Мне тоже, Эрмано. Давай. 3, 2, 1. Давай! Сработало. Входим. Орале, за мной. Призраки, первые внутри. Понял. Удачи, сэр. Там полно людей. Хочешь жить, не шуми. Понял. За вами, полковник. Валерию. Тени заняты вертушкой. У нас есть шанс проскочить. Именно. Валерия в третьем ангаре. Не светитесь, и мы туда доберемся. Ангар 3, понял. Вроде чисто. Так точно. Вот скажи, ты подозревал Грейвза? Обычно я подозреваю всех, Гринго. Но нет, ему я доверял. Плохие люди могут совершать хорошие поступки. И наоборот. Точно. Осторожно, внешняя дверь открыта. Код. 627. Валерия в контейнере на том конце ангара под охраной. Действуем тихо. Возле штаба замечена штурмовая группа. Готовит прорыв.
чисто. Все. Валерия! Алехандро! Джекпот. Держим позицию, пока Соуп, Гоуст и Руди берут Грейвза. Газ, Браво-6, пленница у нас. Понял, будьте начеку. Идем за Грейвзом. Радольфа знает коды? Нет, но у него есть кое-что посильнее. Заперто. Руди, есть что? Штурмовой. Отлично. Разрешаю атаку любых целей внутри. Грейвза валить на месте. Бежим за ним. Иди в диспетчерскую, там есть выход. Грейвс наверняка ушел через него. Шевелись, надо его найти. Внимание всем, Грейвс ушел за стену. РПГ! Подбиты! Мы подбиты! Райс! Падаем! Мы падаем! Твою ж нахрен! Капитан! Грейвс. Перелезем и за ним. Рудольфо, что там с той стороны? Учебное поле. Понял. Я сейчас. Прикончим эту мразь. Держи руку. Гоуст, ты идешь? Нет, надо помочь Прайсу и пилоту. Заканчивайте вдвоем. Смотри! Не наши. Ни хрена себе. У Грейвса тут танк. А то. Кажется, охотники превратились в добычу. Неприятно, да? Скорее бы поджарить эту мразь. Чтобы прикончить Грейвса на танке, нужно что-то сделать. Это же наш полигон. Тут полно всего. Осмотри. Возьмите часы и взорви танк Грейвса. Выходи, поговорим об этом. Этот колокол звонит по Грейвсу. Продолжай. Думали, мы тут в игрушки играем? Хотите войны, так получите войну, Чикос. Один из вас должен сдохнуть последним. Кто это будет? Иди нахрен, Грейвс. Стоп, ты всегда был убежденным анархистом, и мне это нравится. Шепарда. Тебе платят за то, чтобы нарушать правила. Получается, Соу, продолжай. Есть только два правила, ребята. Либо ты уходишь, либо побеждаешь. Угадайте, что я выбираю. Соу, тебе надо было вернуться домой, пока был шанс. Тебе и этому уроду в маске, который прячется за своей формой. Ты сам носил эту форму. Она мне мешала, и я сменил шкуру. Предатель. Солдат, сынок. Ты создал свою личную карманную армию, потому что нифига не добился в настоящей. Забавно слышать это именно от тебя. Опять же, я помню свое первое радио. Ты на финишной прямой в ад, сынок. Говорил я тебе вернуться домой, но ты не послушался. За это тебя повесят. Да ладно, Джонни. Я буду пить текилу и уже через неделю забуду, где тебя закопал. И твоего дружка заодно. Рудольфо, не думай, что Лос Уно, Патро, Уно — это су амигу. Потому что это не так. Эльос ноли густа устет. Cuando estés completo, Лос Амигу скинут своих вакерос, как последних пендехос. Не будь ступидо.
Теперь Грейвс нас точно заметил. С твоей помощью? С автоматом на танк. Да, вот так. Гоуст — это Соуп. Руди здесь. Грейвс убит в бою. Как Прайс? Очень зол. Лишился хорошей сигары. Пилот тоже в норме. Отбой. Алехандро, база под контролем. Грейвс и Стамуэрту. Идем к вам.